Армавир. Свекровь Аллы Пугачевой выросла на ее песнях. Очень неуверенный в себе хулиган добавляет к надписям в подъезде «скорее всего». Продавщица магазина канцтоваров начала что-то подозревать, когда мальчик покупал 6-й тюбик клея. А не проколол ли он отцовскую лодку? Дальше, пожалуйста, Уфа. Директриса фабрики матрешек сильно смеялась, когда ее дочь родила дочь. И еще. Владимир Путин никак не может уйти в отпуск, потому что не знает, на чье имя писать заявление. Еще. Биатлонист, вернувшись домой к жене, расстроился, что пришел к ней лишь четвертым. Дальше, пожалуйста, Москва. На передаче «Поле чудес» мужчина с маленьким объемом легких не смог назвать все слово целиком. Еще. В таких условиях работать невозможно. Рязанские путаны сами начали класть асфальт на дороге. Еще. Бабушка пересмотрела фильмов Тарантино и накормила внуков свинцом. Дальше. Пожалуйста, Бишкек. О спорте. Борец понял, что соревнования куплены, когда соперник сделал ему болевой, а судья удушающий. Еще. Пожар в налоговой тушили всем районам. Кто бензином, кто керосином, кто спорт. Еще. Надпись на асфальте «Я беременна, возьми трубку» держала в напряжении всю девятиэтажку. Дальше физтех, пожалуйста, Гер. Виталик был настолько нерешительным, что стал приставать к жене только после родов. Еще. Палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Вчера из тюрьмы освободили заключенного под весьма странный залог. Еще. Проанализировав свою половую жизнь, Артем ввел понятие «високосный секс». Ну вот так, уважаемые судьи, выглядит первый круг, первый этап. Пожалуйста, ваше решение, Константин Львович. По одной шутке все, кроме Азия Микс. Итак, Азия Микс имеет возможность передохнуть. Пожалуйста, давай, Армавир. На проходной завода интим-товаров был задержан преступник, пытавшийся вынести боль, страдания и унижение. Дальше Уфа. В Москве в парке Горького цирковой медведь на самокате затерялся в толпе хипстеров. Так, да, дальше, пожалуйста. В Москве прошел сбор фанатов певицы Пелагеи, так сказать, Пелагей-парад. Так, пожалуйста, физтех. Нюша догадалась, что ограбление подстроили ее соседи, когда поняла, что из квартиры пропало только караоке. 0,6 балла, уважаемые. Уфа и физтех еще по выстрелу. Да сегодня серьезная стрельба у нас. Пожалуйста, Уфа. Подслеповатый ветеринар 4 месяца выхаживал норковую шапку. Физтех. Столивар шел по городу и иногда говорил: «Люк, я твой отец». Ну, Люк принял, поэтому Уфа пока остается, а вы теряете игру. Физтех 0,6 балла получает и покидает огневой рубеж, а мы уже по две шутки продолжаем. Пожалуйста, шапка не мешает тебе, нет? Я к ней привык. Надежда Кадышева после каждого концерта разбирает хоровод и складывает его в сарай. Еще. Пожар в школе подтвердил, что химичка-крыса, когда она выбежала не из дверей, а из какой-то дырки в стене. Детские воспоминания какие-то тут. Так, дальше, пожалуйста, Уфа.
Издержки профессии. Дровосек со стажем перед тем, как лечь спать, кричит жене: «Поберегись!» Еще. В тюрьме были настолько хорошие условия, что заключенные обсуждали план побега в общем чате WhatsApp. Дальше Москва. Никогда нельзя переоценивать своего противника, поэтому 30-летний Игорь дрался с 4-летним Виталиком в полную силу. И еще. Жена была настолько так себе, что во время секса муж представлял, как перебирает карбюратор. ЛДР. Казусы спорта. От чемпионки мира по метанию молота ушел муж на 72 метра 47 сантиметров. Еще. Про школу. Путана опоздала на родительское собрание ровно на час, но зато сдала деньги и на шторы, и на учебники, и на ремонт класса. Так, ну положим. 0,7 у нас на кону. Уфа покидает нас. 0,7 Уфа. Спасибо, а мы продолжаем. Лена поняла, что переборщила с косметикой, когда у нее после улыбки посыпался лоб. Еще. Девушка, периодически находившая на рубашке мужа женские волосы, спустя пару месяцев собрала эту стерву целиком. Дальше, Москва, пожалуйста. Голуби не стали дожидаться, когда Жириновскому поставят памятник. Еще. Женщина, заказавшая услугу муж на час, чтобы починить розетку, стала вдовой на 53 минуты. Пожалуйста, Азия Микс. Из-за того, что свидетель заикался, вместо прадедушки посадили прапрадедушку. Действительно, трагический случай, да. Пожалуйста, еще. На свадьбе жених так плохо попадал карандашом в бутылку, что даже теща поняла, внуков придется ждать долго. По одному выстрелу делает Москва и Армавир. Азия Микс отдыхает. Азия опять отдыхает. Так, внимание, слушаем. Прошу, Армавир. Вчера из армавирского зоопарка сбежал лев и полсторожа. Москва. Оказалось, что дед, который очень часто стучал по батарее, на самом деле звал на помощь. Вам помогло это, уважаемая? Разделилось мнение, значит, стреляйте еще по разу. Ну, ровно пожалуйста. Пополам. Пли. Сын гаишника, чтобы не показывать дневник, дает папе 500 рублей. Пожалуйста, Москва. А сейчас нужно будет вспомнить творчество группы «Дискотека Авария». Футбольной команде исправительной колонии номер 16 «Маньяки на острие атаки». Москва покинула нас. Москва 0,8. Спасибо. Ну вот, а теперь 1 балл разыгрывается. Прошу, по 2 шутки. Из разряда «Горбатова могила исправит». Самого упрямого осла хоронили стоя. Еще. Игорь Акинфеев старается всегда отвечать на звонки телефона, потому что ненавидит надпись «5 пропущенных». Хорошо. Так, пожалуйста. Солист группы «Бутырка» не хотел давать показания против Косова, но так это все хорошо зарифмовалось. Еще. Физрук подсадил девочку на турник, и теперь она тащит вещи из дома, чтобы еще немного поподтягиваться. Судьи. Кружок. По шутке. В сочинении на тему «Как я провел лето» было столько деталей, что школьник логично закончил его фразой «С моих слов записано верно». <с
Так, пожалуйста, Эльдер. Когда Циля продала подаренный ей букет цветов, Абрам понял, что это его женщина. Ну, давайте по одному еще, если осталось. Должно остаться. В солнечную погоду учительница в очках с толстыми линзами может наказывать списывающих учеников еще и ожогами. Стрельни, Эльдер. Глаза боятся, руки делают. Любимая фраза личного массажиста Николая Валуева. Итак. Армавир победил. 1 балл. Русская дорога. Армавир. 0,9. Азия.